Для белорусской железной дороги проект, в рамках которого на станции Брест-Северный появился контейнерный терминал, является одним из стратегически важных в сфере развития терминальной инфраструктуры. Появление сооружения связано с учетом возрастающих объемов перевозок. Новые объекты транспортной инфраструктуры открывают новые перспективы развития грузовых перевозок в сообщении «Восток-Запад-Восток». Видя, что большая часть этих контейнеров проходит через наш узел, мы... и большая часть их проходит с переработкой по нашему узлу, в том числе с перегрузкой и сортировкой, видя потребности клиентов в хранении контейнеров, в их переработке. С 2018 года был начат проект по устройству контейнерной площадки Брест-Северный. Мы можем оказывать дополнительные услуги клиентам, как по хранению, как по сортировке грузов, как по формированию грузовых поездов контейнерных по направлениям в Европу и в Китай. Это увеличивает наши перерабатывающие способности по контейнерам в 1,5 раза и по хранению в 2 раза, что позволит нам оказывать более качественный и больший комплекс услуг нашим клиентам. Площадь объекта впечатляет. На территории 50 тысяч квадратных метров происходит погрузка, хранение и выгрузка контейнеров. Вообще новый терминал – это пример комплексного развития белорусской железной дороги и гармонизация технологического процесса. Из крупных таких клиентов, кто знает, мы работаем очень давно с проектом с тем же Volkswagen, перевозка комплектующих запчастей в Россию и обратно. Очень много перерабатывается и наблюдается большой рост в контейнерах по новому шелковому пути из Китая в Европу, из Европы в Китай. Ну и ряд других клиентов, как перевозка грузов в Российскую Федерацию, из Российской Федерации в Европу. Ну и часть клиентов наших местных, которые отправляют контейнера из Белоруссии и в Беларусь. Все это консолидируется на этой площадке и оказывает свои услуги. К слову, на реализацию проекта ушло более 10 миллионов долларов. Это собственные средства белорусской железной дороги. Здесь уверены, это те инвестиции, которые быстро окупятся. В перспективе прогнозируется динамика роста объемов контейнерных перевозок. Терминал в Бресте. Что это еще дает непосредственно субъектам хозяйственной Брестской области, Брестского региона? Это возможность консолидации грузовой базы, которая есть в регионе, для дальнейшей отправки и поставок продукции на экспорт. В первую очередь в тот же Китай, в страны Средней Азии. То есть консолидация может быть... Он достигнут за счет отправок различных предприятий, делается контейнерный поезд, организуется на Брестском терминале и отправляется. Для наших субъектов хозяйственных это сокращение сроков доставки, стоимости и повышение конкурентоспособности продукции на внешних рынках сбыта. Но наша перспектива уже обозначена как нами, междурожниками, так и бизнес-сообществом. Это выход к 2025 году на перевозки 1 миллион контейнеров в год. То есть это та цифра, к которой мы стремимся. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.